Даня Милохин рассказал о расставании с Юлией Гаврилиной. Кого поцеловала Аня Покров? Дина Саева наконец-то вернулась в Москву. И кто может стать новым участником хайп-хауса? Всем привет, это канал Окблогер. И сейчас я расскажу самые свежие новости о блогерах и трендах. Если тебе понравится ролик и ты хочешь поддержать меня, поставь лайк и подпишись на канал с колокольчиком. Мне будет очень приятно. Сегодня много интересных новостей, поэтому запасайся вкусняшками и обязательно досмотри это видео до конца. Погнали! Вчера свои дни рождения отпраздновали сразу два тиктокера – Миа Бойко и Димас Блок. Парень, абсолютно не скрывая, сразу ответил, что ему исполнилось 22 года. А вот Миа начала свою любимую игру «Угадайте, сколько мне лет». Под своим постом она написала, что ей 18, хотя в гугле и во многих других статьях указан 1997 год рождения. И веря этой информации, ей должно было исполниться 24 года. В комментариях девушка даже ответила, что в интернете врут и нужно верить в то, что говорит именно она. Я поискал различную информацию о ее профилях. И, например, в ТикТоке наткнулся на видео 2019 года, где она показывает, каково это учиться в университете. Также девушка уже тогда заявила, что у нее есть водительские права, которые можно получить только после 18. Ну и главное палево от самой Мии – это фото загранпаспорта, где она ногтем закрывает год рождения. И даже не приглядываясь, можно понять, что там явно что-то начинающееся с единички, а не 2003 год, как заявляет сама девушка. Вы наверняка не раз слышали от Дани Милохина об одной из его главных мечт – записать фит с Моргенштерном. Наши надежды услышать эту совместочку усилились, когда Алишер приходил на дыре Дани, и после этого они продолжают общаться по сей день. Недавно же рэпер выложил историю со своей домашней студией, где был замечен и Милохин. И уже поползли слухи, что ребята все же записали фит, и мы его услышим в готовящемся альбоме, который должен выйти в ближайшие 2 месяца. Еще один долгожданный, но уже видеоколлаб был отснят вчера. Дани вместе с Бабичем снова появились в образах Лолика и Болика, которых они начали снимать еще в старом доме. В какой-то момент они забросили их мини-сериал, но сейчас же по инициативе Артура выпустит новый ролик с нашими любимыми персонажами на 10 миллионов в ТикТоке Бабича. Там осталось совсем немного, поэтому будем ждать выхода. В последнее время пошла тенденция на то, что парни начали делать себе различный цветной маникюр. Хотя до этого это был исключительно женский атрибут внешности. В медийном пространстве к этому отнеслись очень толерантно, так как многие блогеры и селебы начали делать себе рисунки по примеру западных рэперов. Но все же есть те, кому это не очень нравится, и так решила высказаться Клава Кока. Честно, я пыталась это принять, но пацаны с цветным маникюром – это too much. Каждый раз забегая в салон красоты, парней становится все больше. Куда мы катимся? После этого ей написал Морген, сказав, что это нормально, и он наоборот хочет, чтобы все стали геями и не размножались. А как вы лично относитесь к манику у парней? Напишите свое мнение в комментарии. Прошло уже достаточно много времени с почти полного распада команды Sweet House, когда коллектив покинули сразу 7 девочек. Хоть их дом никогда не был в числе первых, но все же там есть достойные тиктокерши, на которых стали обращать внимание другие хаосы. Так, например, Алина Косова всегда была на своей волне в образе девочки-пацанки. Преданность этому стилю дает результаты, и даже ее первая сольная песня очень круто зашла аудитории. Сначала она завирусилась в ТикТоке, набрав 165 тысяч клипов. А после выхода начала покорять музыкальные чарты, закрепившись на 12 месте ВКонтакте на данный момент. На девушку уже началась охота среди оставшихся коллективов, и буквально 2 дня назад на нее подписался Hype House Rus. Алина уже поняла намек и считает, что продюсеры хотят позвать ее к себе, проявляя, так сказать, знаки внимания. По ответам в комментариях можно понять, что она пока не хочет вступать в новую команду. Но может в дальнейшем что-то изменится, и мы сможем увидеть ее в хайп-хаусе. Дина Саева все же вернулась в Москву с Байкала целой и невредимой после всей этой ситуации с преследованием от хейтеров. В ТикТоке девушка разместила аватарку с загрузкой, явно намекая на большие изменения в своем стиле. В профиле уже появились 3 ролика, где есть список с различными процедурами от покраски волос до косметолога. И одно из первых, что она сделала, перекрасилась в блондинку. Изменения со своими волосами продолжила и Юля Гаврилина. Как вы знаете, совсем недавно она перекрасилась в брюнетку, а теперь решила нарастить волосы, чтобы окончательно дополнить свой образ. После того, как стало понятно, что Ева Миллер простила измену Герману и они сошлись, фанаты снова стали пристально наблюдать за их парой. У девушки на одной из съемок, где на ней сверху был лишь топик, заметили округлившийся животик. И не желая воспринимать то, что она могла просто немного поправиться, зрители стали атаковать Еву вопросами про беременность.
Похоже, что это ей очень надоело, и она шокировала всех ТикТоком с подписью «Я до беременности». А в конце появилась надпись «Чел, ты реально поверил?» Тем самым она опровергла все слухи и высмеяла бессмысленные догадки. Влюбленные парочки блогеров провели 14 февраля абсолютно по-разному. Аня Покров проснулась в комнате, полной шариками с сердечками от Артура, а уже вечером они сняли загородный дом, чтобы провести время наедине. Моргенштерн же решил в своем стиле шиком поздравить Дилару, сняв стеклянный шатер на набережной. А также подарил ей часы за 1 000 000 рублей и принес бутылку вина за 200 тысяч. Про Диану и Фогеля известно только то, что они были вместе, о чем парень сам рассказал в комментариях. А Валя и Крид уже по своей традиции выложили видео, как они держатся за ручки. Больше всего всех насторожило, что в этот день вообще не встретились Дани Милохин и Юля Гаврилина. Парень провел этот день вместе с Dream Team, гуляя в парке аттракционов. А Шпулька ездила по своим делам и после написала в историях, что ей грустно смотреть истории влюбленных парочек. Уже на следующий день Даня утром поехал на радио, и ведущие не упустили момент задать вопрос про день всех влюбленных. На что парень ответил, что в данный момент у него нет девушки и все сложно. Я вставлю только звук, чтобы меня не заблокировали за авторские права. Нет, нет, не праздновал. Почему? Потому что... Я никогда не считал это праздником. Нет, не знаю. Ну, у тебя что, девушки нет, что ли? Нет. Была же, куда делась? Давайте без этого. Сложно, что ли? Как думаете, ребята действительно расстались или нет? Слишком много намеков на это в последнее время. Напишите в комментарии, обязательно все прочитаю. Еще не могу не рассказать, что на том же эфире Даня рассказал, что скоро у него появится своя машина. Уже в этом месяце он купит Mercedes V-класса, который будет весь обклеен единорогами. В этом месяце у меня будет машиночка. Mercedes V-класс. Машиночка у тебя будет? Машиночка. А сейчас ты на чем? А сейчас на такси. А ты что, ты умеешь? Ты владеешь? У тебя есть права? Нет, будет водитель, она будет розовая, вся в единорогах. Представьте, черный Mercedes, который все люди привыкли видеть, типа, ну, черным, типа... Элегантным. Да. Элегантным. А тут будет розовый весь в единорогах Mercedes. А, Mercedes. Вышел новый рейтинг русскоязычных тиктокеров по уровню вовлеченности в контент, то есть по просмотрам, лайкам и комментариям. Первое место, на удивление, заняла Лиза Анохина, на третьем расположилась Юля Гаврилина, уже на шестом Дина Саева, а Валя Карнавал заняла только 9-ю строчку. Успех Лизы заметили не только составители этого рейтинга, но и продюсеры канала «Пушка». Девушка уже приходила к ним в студию, чтобы записать интервью о нелегком пути, который выйдет уже в ближайшее время. Аня Покров начала съемки клипа на свою новую песню «Последний предатель». Девушка самостоятельно подбирала всех персонажей для новой работы и уже вчера выложила небольшой отрывок одной из сцен. Многим показалось, что с Аней снялся Бабич, сыграв главную роль. Но это всего лишь актер, который сыграл бывшего молодого человека девушки, о котором как раз и поется в треке. Но можете быть спокойны, это всего лишь игра на камеру. И все поцелуи и обнимашки сделаны лишь в творческих целях. Я надеюсь, что вы уже посмотрели прошлые ролики, а если нет, то скорее выбирай какой-нибудь из этих, тебе точно понравится. А на этом все, увидимся уже совсем скоро.